Для этого фокуса нам понадобится прозрачная липкая изолента, ножницы, воздушный шар и простая иголка. Для начала мы отрежем небольшой кусочек с нашей липкой изоленты. После надуваем воздушный шар. И завязываем воздушный шар. Завязали воздушный шар и уже заранее заготовленную нами прозрачную липкую изоленту приклеиваем. Воздушный шарик. Смотрите, чтобы здесь не оставались никакие воздушные пузыречки, чтобы было все гладко приклеено. Воздушный шар. Ну, для этого фокуса лучше использовать чуть поменьше кусочек прозрачной липкой изоленты. Просто это как бы показываю для того, чтобы было нагляднее, лучше видно. После мы демонстрируем зрителю, что вот у нас имеется обычный воздушный шар. И показываю ему приклеенный в сторону шара. И показываем иголку. И начинаем протыкать воздушный шар. После того, как мы проткнули шар, мы можем эту иголку просунуть сквозь этот шар. Но это лучше не рекомендуется делать, потому что шар может лопнуть, и иголка может вылететь и попасть в глаз, или в тело, или куда-нибудь еще.